Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Пилот «Лады» попал в топ-50 лучших гонщиков мира по итогам 2015 года. Баскетбольная «Самара» продолжает сражаться за Кубок страны. Самарская «Комета» выиграла у лидера молодежной хоккейной лиги. Самарский хоккейный клуб «Комета» встречался с лидером молодежной лиги «Горняком из Учал». Башкирия. Первый матч «Комета» выиграла 5-4. Дубль на счету Алексея Клюева. В ответном поединке «Горняк» взял реванш 6-3. После патовой серии самарский клуб закрепился в середине турнирной таблицы. В матче за Кубок России по баскетболу Самара встречалась с Ижевском. Игра получилась интригующей, инициатива постоянно переходила то к одной, то к другой команде, что отражал счет на табло. В итоге игру сделал капитан «Волжан» Александр Варнаков. Победа Самары 71-59. Впереди вторая встреча кубковой серии и очковый запас 12+. Гонщик Тольяттинской «Лады» Ник Кацбург попал в рейтинг 50 лучших пилотов мира по итогам 2015 года. Список ежегодно составляет британское спортивное издание на основе опроса спортивных журналистов. В рейтинге этого года Кацбург занимает 32-ю строчку, опередив действующего чемпиона мира Хосе Лопеса. Тольяттинский гонщик в этом сезоне постоянно финишировал в первой десятке. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.